Привет, с вами снова Ханна. Ну что, вы готовы узнать, чей клип совсем скоро увидит буквально весь мир в ротации телеканала Russian Music Box? Тогда поехали! Совсем немного голосов не хватило нашему следующему участнику, чтобы попасть в тройку лидеров. На четвертом месте у нас оказывается Эрик Айлаш «Назло». Что делать, а что нет? Ну да, конечно же, я хуже всех, и мне совсем не светит ничего. Ну да, конечно, я вообще никто, а мне смешно, мне как-то все равно. Бронза остается за незабываемым клипом от участника под номером 4. Плюм-бум. Ночь. Пронзает время и узких улиц изумруд. И люди верят, верят. Ночь холодным пламенем звезд. Непонятен только вопрос, что делает сердце мое в твоей вселенной. Участнику, расположившемуся на втором месте, должно быть обиднее всего, ведь он оказался буквально в шаге от победы, и им становится Софи, «Моя вселенная». Тронуться в силах, то шагаем по краю обрыва, долетаем до самого дна, но кажется мы стального отлива, и законы любви не запреты будут нашим пожизненным кредо. Да, я буду с тобой, несмотря ни на что, обещаю это. Ангел, тебе не хватает лишь крыльев, мне не важно, что будет и было, когда миллионы ищут. Я держу тебя за руку, слышишь? В этих бетонных джунглях и пыли так недостаточно, воздухом мы лишь с тобой единицы из тысяч. Я держу тебя за руку, слышишь? Ты моя, 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 только моя, 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 моя. Ты моя, 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 сильная.
Итак, следующего участника обязательно должны поддержать его близкие и товарищи. Ведь любая творческая личность очень ранимая. И главным аутсайдером на ноябрьской раскрутке становится Сергей Савин. «Дожди». Исчезну без следа, пролита безнадежная моя дождь. Осенью сойду дожди, я не знаю, где ты. Осенью серой идут дожди, я не знаю, где ты. Надеюсь, вы готовы услышать имя победителя, потому что пришло время его озвучить в эфире телеканала Russian Music Box. Итак, барабанная дробь. Ротацию собственного клипа на международном музыкальном телеканале получает «Тестостерон. Скучаю по тебе». Трава, я никотин и чай с малиной. Семья один, мне все противно. Все пройдет, просто было. Она пока зацепила. Скучаю по тебе, твой нежный голос мне все так же дорог. А я опять скучаю по тебе, и не переболеть мне этот холод. А я опять скучаю по тебе, и не специально, но пытаюсь снова дрожащей рукой мимо окон. Вспоминаю тот день, ты была жестока. Я не злюсь на тебя, не поможет. Так любил я тебя и думал, ты тоже. Так же дорог, а я опять скучаю по тебе, и не переболею.
нежный голос мне все так же дорог. А я опять скучаю по тебе, и не переболит мне этот холод. А я опять скучаю, и не специально, но пытаюсь снова дрожащей рукой удалить твою заставку с моего айфона. Как видите, мечты сбываются, что мы в очередной раз доказали на телеканале Russian Music Box. Ждем с нетерпением ваши видеоновинки и суперклипы по адресу raskrutka@musicboxtv.ru. Лучшие из лучших попадут в будущие выпуски программы «Раскрутка». А весь ноябрь с вами была Ханна, и мы еще раз, без сомнения, увидимся в эфире моего любимого телеканала Russian Music Box.